И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте, нужен, значит, старик-индеец в поселение к индейцам, куда должен главный герой когда-то, возможно, по сценарию попасть. Ну вот, значит, такой пахан, значит, с этого, с проекта Робинзон Крузо, который, ну как, не пошел у меня, да? Ваша овсянка, сэр. Что происходит у нас за дверью, Берримор? Там гости? Нет, сэр. Ваш сын, сэр. Пьян, сэр. Они, блядь! Они, блядь! Ну, этот проект вроде пока еще живой. Так, погнали. Ну что... Пахану надо шкитель удалить. И это нам за ненадобностью удалить, окей. Что еще пахану можно убрать? В принципе, хорошо бы сделать, чтобы он с телом был, да? Такой, голышом. Тогда будет прикольно, значит, внешний вид, возможно, его. Так, ну рукава нам точно не понадобятся. И пуговки. Пуговки тоже удалить. Окей. Задняя часть тоже. Delete. Окей. И вот эти пуговцы тоже. Delete. Окей. Так. Ну, я штанишки ему, наверное, все-таки оставлю. Ну, да. В принципе, пахан. Ну, что там говорить. Индеец настоящий. Это значит, я делал вот этого персонажа знакомым. Итак, этот персонаж был раньше, значит, игра Джерри Мунфильм. Потом это стал, значит, персонаж в Робинзон Крузо. Вот так вот. Давайте штанцы ему натянем. Не пристало такому боевому индейцу со спущенными штанами быть. Ну и чуть-чуть, наверное, выгладим. Так, потом немножко разрисовки добавим, короче, этого, ну, индейских мотивов, да. И теперь нам понадобится вот этот персонаж, возможно, штанишки. Да нет, штанишки нормальные. Сейчас я текстурку одну подкину, чтобы, ну, понимать, как будет выглядеть главный герой, да. Так, а как же он будет выглядеть? А выглядеть он будет где-то приблизительно, наверное, вот в таких мотивах. Ну, по-простенькому. Конечно, вот эти, ну, висюльки я не смогу сделать. Просто при анимации это будет, ну, полный хлам. Если только добавить какие-то картинки, и картинки привязать к костям, и как-то это дело, ну, не знаю, вот на руках, тут будет проблемно даже согнуть эту картинку. Ну, вот это вот можно сделать, будет цвет штанишков. Так, мы добавляем просто попону. Давайте теперь выберем персонажа, делаем Ctrl. Так, что у него тут вообще? Так, она подходит под самое горло. Так. И опускается вниз, да? Угу. Вот с этим тоже придется сейчас помучиться. Так, Shift Z, она же до низа опускается. До пупа точнее, да? Так, и значит, ну, со спины-то она попроще будет. Так, на плечи заходит, и значит, ну, вождь, красавчик будет, что там говорить. Сейчас еще фейс лица ему подправим. Так, значит, это будет экстракт. Ага, делаем, смотрим толщину экстракта. Нормально. Жмем Accept. Снимаем маску и попробуем, знаете как, Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. И вот этим Trim Rectum, Bams. И Alt зажимаем. И делаем вот такую выкрушку. Так, теперь что делаем? Давайте немножко все это дело поднадуем. Или попробуем, давайте сначала сделать... Mirror, Modify Topology Mirror. И делаем Dynamesh
Видите, все превращается в дырку. Почему? Потому что все тонко. Можно, конечно, дайномешно делать, но тут будут вылазить другие полигруппы, они не склеются и будут потом, значит, при анимации отделяться. Тоже не будет хорошей, значит, идеи, поэтому давайте инфлатом. Вот так вот. Теперь полигоны стоят подальше друг от друга, и можно это дело отдайномешить. Все это дело склеилось. Вот так все это дело получилось. Теперь шифтом все это дело выглаживаем. Так, и что еще хотелось бы? Так, это, значит, будет анимировать вообще интересно, да? Так, давайте поработаем Move Topology. Так, если это дело побольше на плечи нашему персонажу, тут можно как бы потоньше, наверное. Вот тоже тут припустим до самого зада. А тут выведем вперед. И, возможно, потом придется добавить, сделать ее отдельно, добавить на нее кости или симуляции. Так, теперь что ему понадобится? Что у него тут еще есть? Так, руки у него голые, да? Ну, в принципе, что, индейцы, они... Настоящему индейцу нужно только одного. Одного. А вообще-то ничего. Так, и вот это из подмышек тоже уберем. А ну-ка. Вот плоховато, что вот это вот все дело, значит, рисовалось по худому телу. На толстом теле это, конечно, выглядит более-менее так получше. Нормально. Тут тоже разболтаем. Так, пока вроде бы пойдет. Вот тут еще воротничок подправим. Так, теперь. Ну, индеец таким быть не может. Это однозначно. Так, что у него тут? Симметрия включена? Включена. Давайте делать из него индейца. Так, губа уходит подальше, челюсть снизу чуть побольше. Ну, в принципе, черты лица те же самые остаются. Единственное, что нос у него должен, ну, горбинкой быть. Вот так вот. Зубов нет, поэтому у него, видите, такая штука. Ну и уши. У нас вроде такой средний мультфильм, ну, мультфильм средний между сильно стилизованным или и такой более реалистичностью, да? Так, ладно. Ну и в принципе, что? Все, вот это больше не хочу перегружать его одеждами. Ну, единственное, что можно еще вот наручники вот эти, такие тут будут какая-нибудь хрень. Вот так вот. Тоже сделаем, давайте, экстракт. Делаем ацепт и делаем надувание. Так, деформация. Маску снимаем. И делаем инфлат. И почему-то получается вот такая кака. Не есть гуд. А, косяк. Я не снял маску, значит, с персонажа. И вот это дело нужно delete. Окей. Переключиться на персонажа. Снять ему вот эту маску Ctrl-Alt. А вот это уже тоже сделать, значит, экстракт. Теперь снять маску. Экстракт. Cancel, Ctrl-Z, не то нажал, экстракт, accept.
Снимаем маску, заходим в деформацию, находим инфлат, поднадуем. Ну и зайдем, значит, в геометрии, сделаем Dynamesh. Вот пусть поменьше полигонов будет, потом прибавится. Так, обувь есть, штанишки есть. Пояс, ну если что, пояс можно в блендер от модели, да? Ну, в принципе, можно тут добавить, но его видно не будет на штанах, потому что тут будет это панчо. Ну, в принципе, достаточно. Так, теперь что? Я вот не знаю, они в старости лысые или нет. Так, ну как бы вот так, да? Так, делаем тоже этому делу экстракт. Делаем ацепт, снимаем. Так, вот опять забылось. Значит, делаем Ctrl-W. Нажимаем Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. И делаем Geometry Del Hidden. Удаляем то, что скрыто. Так, теперь опять же делаем деформацию. Делаем инфлат. Это будет прическа. И делаем геометри, делаем Dynamesh. Так, есть такое дело. Теперь ему нужно, значит, что? Ну, здесь дотянем, дорисуем прическу. А здесь какую-нибудь хрень тоже вытянем. Так, это тоже не проблема. Пока проблем нет. Так, вот это будет наш персонаж. Беловолосый. Штанишки у него нормальные. Тут еще их подправим, чтобы не спадали. Ну, в принципе, прикольный дедок будет. Так, теперь ему нужны перья. Перья будем делать каким образом? Так, зайдем, значит, давайте зайдем, выберем цилиндр примитив, зайдем initialize, выберем вот эту штуку, так, не инту, редко захожу сюда и забываю. Так, есть такая штука, делаем их полимер, чтобы он стал активный. Заходим на нашего персонажа, делаем саптулы, делаем append, делаем, значит, добавляем вот этот цилиндр уже с пустотой. Так, теперь переключимся на цилиндр. Сплюснем, можно использовать клавишу N. Вот, наши меши, на любой переключаться, это быстрое переключение. Так, теперь это что будет у него? У него это будет, значит, этот, подперье. Хрень такая. Так, делаем ее потоньше. Сделаем ее вот так вот. Смотрите, сейчас перекрутим побольше. Так, подтянем ее до башки. Как раз, видите, уже часть волос видно не будет. Ну, мы их там поднатуем, так, для приличия. А здесь с боков выпустим какие-нибудь эти. Не знаю, может, косички. Так, теперь что делаем? Маскируем вот эту штуку. Вот так. Делаем Ctrl-I. И загибаем эту штуку. Вот так вот. Во. Так, не знаю, как он будет сидеть с этой штукенцией. Ну, разберемся, словом, да? Так. И теперь вот это все дело обрезаем. Во. Так, есть. Делаем геометрию, делаем побольше тут на Dynamesh. Так, дырок вроде не получилось. Немножко выглаживаем. Так. Чтобы гладенько было, да? Так, ну это потом подтянем, если что. Можно даже костями. Делаем mirror. Вот так вот. Вот таким вот образом засобачили. Делаем mirror, зеркалим. Ну что,
Почти индейц. Так, теперь нам понадобится что сделать? Перья. Добавляем append, добавляем куб. Сейчас будет самое интересное. Так, теперь так, выбираем Alt, левая кнопка мыши, куб или N, панель. Выбираем тут из списка. Так, теперь всему это делу делаем Dynamesh. На Dynamesh берем, рисуем перо. Так, ну давайте какой-нибудь... Черт его знает, как-то так. А ну-ка, какую-нибудь текстурку лучше подключить с перьями, да? Угу. Ну вот такое вот есть перо. Текстура подключаем. Так, перекрутим. Не знаю, она навряд ли нарисуется. Ну давайте попробуем, значит... Z отключим, переключим на кисточку стандарт RGB, Z отключим. Так, плоховато, видите. Значит, возвращаем все назад. Z включаем глаз, делаем прозрачность. Z отключаем глаз и, значит, маленькой кисточкой через Ctrl. Вот таким вот образом тут чего-нибудь я такая молю им. Можно хаотично, тут в принципе такой реалистичности не надо, но на, чтобы не было вот этих потом дырок. Дырки нам не нужны. Вот мы это все делаем так и как бы, ну, по-мультяшному. Делаем Ctrl-I, делаем, значит, что у нас получается, опять вытягивание. Снимаем маску, делаем Dynamesh Ctrl, левая кнопка мыши, маскируем наш вот этот листок, ну, в смысле, перо, делаем Ctrl-W. Отключаем, значит, транспоз. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Получается у нас вот такая вот заготовка. Так, все, теперь Modify Topology Del Hidden, то, что скрыто, надо удалить. Так, делаем какую штуку? Делаем сначала Mirror. Зеркалим. Ну, в принципе, нормально. Так, теперь... Alt, левая кнопка мыши, перекручиваем, переносим наш транспоз, перекручиваем, делаем mirror и делаем потоньше. Ну, все-таки перо не сильно тонкое, чтобы потом она, ну, не развалилась. Так, делаем Dynamesh. Ну, в принципе, что, я доволен. Угу. Так, перекручиваем перо. Вот такой вот внешний вид. Добавляем теперь нашему перу append. Добавляем, ну давайте вот этот цилиндр пустотелый. Alt, левая кнопка мыши, на него переключимся. И значит, хоп. Это будет, ну как бы вот эта вот часть нижняя. Они там ее обматывают какой-то фигней, там получается как веревочками какими-то, да? Так, есть. Ну вот так все это дело делаем. Так, теперь, чтобы она не была пустотелой, можно было брать полностью цилиндр. Ну давайте опять мой любимый инфлат. Бомс. Так, и теперь скайл. И теперь надуваем, ну, растягиваем. Опа. Шикардос. Так, объединяем нашу вот эту, значит, как его называют?
Забыл, нет, перо, во. Перо, вот это объединяем с этой штукой. Merge, merge down, окей. Это будет перо. Но прежде чем его ставить, давайте его раскрасим. Так, получается красно-белый, да? Угу. Ну, выбираем красный цвет. Х симметрию ставим. Сначала давайте покрасим ее перо в белый. Теперь, значит, выбираем красный. Вот так вот. Выбираем С, белый цвет. Ну, так как-то. Так, теперь выбираем черный. Кисточку делаем поменьше. Так. Угу. Есть такое дело. И теперь, значит, маскируем, делаем какую штуку. Кисточку выбираем, клей билдап, автомаскин, делаем backface mask. Так, ставим на двоечку. И вот так вот проводим, да, посередке. Через Alt, левая кнопка. Так, есть такое дело. Теперь заходим куда? Заходим. Маскинг. Делаем маскинг. Mask be color, mask be intensive. Так, теперь, значит, поближе поставим эту штуку. Во. Делаем теперь DynaMesh побольше. Пойдет. И теперь, значит, вот это нижнее Shift Z. Ну, давайте сделаем какой-нибудь, я не знаю. Что тут еще есть? А ну-ка, импорт. О, по-моему, вот эти лучше будут перья. А ну-ка, текстура. А ну-ка. Как бы ее подогнать. Вот здесь побольше какие-то. Z. Вот черные цвета очень плохо тут рисуются на перьях. Вот беда вот это вот. Подкрасить можно. Ну, пойдет такой черное какой-то, да? И вот этот кругляшек подрисуем, выберем цвета. Вот. Значит так. Маскируем вот эту часть. Маскируем вот эту часть пониже. Делаем С. Делаем красный цвет.
Здесь, значит, серенький чуть-чуть подрисуем. А ну-ка, С. Так, теперь делаем Ctrl-I и делаем вот эту С желтеньким. Опа, ну прикольно будет. Все, вроде бы как на перо похожу. Пойдете. Так, теперь нам что нужно сделать? Вот это вот перо выбрать. И, значит, подставить его к нашему персонажу. Так, уменьшаем. Так, тут еще нужно правильно подставить, чтобы он, ну как, значит, был как бы в теме, да? Вот так вот. Так, теперь симметрию можно отключить. Ctrl. Все это потом, конечно, склеится при, значит, Dynameshе. Ну, ничего, не суть вопроса. Так, многовато их надо будет ставить. Ужас какой-то, да? Ну, сейчас я там на ускоренной. Так, здесь один, значит, S уже уменьшается. Так, перья вроде бы сделаны, но теперь, смотрите, нужно уменьшить полигонаж вот этому всему делу. Уменьшаем Dynamesh.
48 тысяч. В принципе, смоется не сильно плохо. Пойдет. Теперь делаем модифитополжи мира Entwell. Ну, ничего такой предводитель. Так, ну, теперь нужно немножко еще обрезать вот эту штуку. Так. Угу. Так, теперь вот эту штуку мов топологи куда-нибудь надо подтянуть. Х-симметрия. Так, ну как бы так бы. Так, я, наверное, ее побольше туда заведу. Ну, чтобы вроде бы как она воткнутая в эту была, да? Так, вроде бы как она в ленте. И вроде бы как она не в ленте. Это нехорошо, да? Так, ну ладно, тогда... Вот так мы ее назад заведем. Угу. Так, ну, в принципе, что? Тут сейчас рисунок какой-нибудь нарисуем. На лбу. В принципе, можно все вот эти вывести вперед, и не надо извращаться, да? Во. И симпатюшно, и без излишеств. Нормально. Так. Так, 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 штанишки. Вот у меня штаны бесят. Так, дедок, деду, одевайся. Так. Давайте теперь по полу вот эту разрисуем. Так, текстура. Что у нас тут присутствует? Во.
Переключаемся на кисточку стандарт. Вот так вот, да? И рисуем С. А лучше давайте все вот так в этот цвет теперь выкрасим. Угу. Делаем Ctrl-D, добавляем дивайдер, чтобы четче рисунок был. А ну-ка, Ctrl-D, еще немножко почетче. Так, рисуем C. И вот это ненужное, как бы, попробуем скрыть. Так, по-простенькому просто притянить. Так, что там? О, так, так, так. Вдруг сзади будем снимать нашего персонажа. Тогда это значит дело тоже нужно подгадать. Так, не понял. Z. Так, теперь нужен нам волос. Волос обязательно. Выбираем волос, находим Morph Topology. И значит, что? Ну вот это оттягиваем. Здесь добавляем. Так, здесь бы хорошо, по-моему, косичку добавить. Одну большую косу такую, да? Так, надо отключить пока вот эти перья и вот эту штукенцию. Так, а ну-ка, деду. Так, да? Так, а теперь, чтобы долго времени не тратить, давайте Load Brush. И где у меня тут кисточки с прическами? Так, волос. Давайте посмотрим, что тут есть. Тут ничего нету. Так, а где ж у меня косы есть? А ну-ка, рога. Языки, уши, руки, тела. Головы, крылья. Вот они, косицы. А ну-ка. Так, это канаты. Ctrl-Z. А ну-ка, какие тут еще есть? Ctrl-Z. Это канаты. Не подойдет.
Так, ищем дальше. Петли. Так, а ну-ка, Ctrl-W, пробуем, что получится. Так, а может, правда, вот эту прическу насобачить, и ему хватит? А ну-ка, Ctrl-I, Ctrl. Да не. Ctrl-W, ладно, сейчас. Split, Grow, Split. Так, а что если ему попробовать долепить? Так, а ну-ка. Так, да? Так, а чё, как вариант, да? Ну, не хочу его волос, что-то ему. Тут какие-то это будут кости вставлять. В принципе, с этим волосом тут косицу добавить, тут какие-нибудь завитушки. Не, давайте это тогда удалим. О, пусть дед будет без излишеств. Такой средний. А, ну он же воин. Так, волос будет отдельный. Так, это значит, пока замаскируем, делаем Ctrl-I. Вот так перекрутим. Делаем, значит, Modify Topology Mirror. Подтягиваем деду. Так, так не подтянется. Делаем Dynamesh. Ctrl-Z, делаем надувание, инфлат, а вот теперь делаем Dynamesh.
Ну, а потом пролепим сейчас. Так, а ну-ка. Так, что тут получается? Ну, пускай серый будет какой-нибудь. Вообще-то хорошо бы, чтобы волос у него был черный. Я не знаю, в старости они его красят. Ну, перекрасить не проблема будет, да? Так, теперь что у нас по штанам? Так, это пока убираем. Значит, по штанам. О, желтые будут. Вообще-то и штаны на серые. Наверное, лучше тоже пусть будут сероватые. Уже такой. Вождь такой, значит, не очень, чтобы он был гламурный. Так, теперь, что есть еще? Так, текстуры. Есть, значит, рисунки вот эти вот, как их называют. Именно мотивы индейцев, да? Вот они. Находим текстуры. Опять же, подключаем. Так, сначала засобачим на плечи. Специально я искал, значит, тут вот эта штука, чтобы подходила по цвету. Так, а ну-ка. Ну что, неплохо. Так, а ну попробуем Dell Hidden и сделаем или фотопозже Mirror. Ну, неплохо. Что там? Чего там уж говорить? Неплохо. Так, теперь, значит, выбираем C. X симметрия. И пробуем все это дело чуть-чуть подмазать. Во. Не суть вопроса, что там чего-то не хватает. Стерлось. На спине спит.
И вот взяла она и стерлась. Так, тут тоже. Вот мышкой все зашибись, но вот единственное, рисовать неудобно. Это что есть, то есть. Так, Shift Z. И давайте вот это тоже такой же мотив. На штанишки ему насобачим. Да, тут будет чуть-чуть неудобно. Ну ничего, попробую справиться. Так, Z. А ну-ка. Alt на штанишки. Шук. Shift Z. Вот так вот. Так, теперь С нужно ликвидировать вот эти артефакты. Так, и тут поменьше кисточку. Так, а тут, значит, у нас дорисовка, да? Ну и ничего. Ну и ничего. Дед уже прям такой с согнутыми штанышками пойдет. Так. Наколки, думаю, я ему не буду рисовать. Так, единственное, что вот эти вот надо немножко тоже раскрасить. Это будет по-простенькому, значит, красненькие. Пойдет. И теперь, значит, что? Ctrl, раз, а, ладно, так нарисуем. И выходит так, темный цвет, C. Так, есть такое дело, да? Ну, рисовали они раньше тоже, наверное, плоховато. Все было допотопно, наверное. Так что ничего. Так, здесь какие-нибудь на ромбики поставить. Здесь какие-нибудь точки.
Так, а здесь какую-нибудь полоску. Ну и тут тогда полоску так раз. А здесь тогда вот это не вырисовывается С. А ну-ка, одна вот эта штучка. И значит С тогда здесь точка. Ну, не знаю, где-то так, если вижу этот боковой узор. Возможно, даже вот, вот эту взять С. Вот этот цвет подойдет больше. Так, и значит, чего? Можно еще обрезать. Так, и тогда С сделаем полосы. Так, смотрим, что получилось. Так, еще сапоги и одна штука исчезла. Так, сапоги. Shift Z. Так, что у нас по мокасинам? А тут ничего тут такого, да? Так, тогда, ладно, Z глаз отключаем, Shift Z. Сейчас будет блатной такой дед. И значит C. Да неплохо, что там, пойдет дедок спортсмен, весь в рисунках. Если что, там можно уже в блендер любую вот эту текстуру, ну, что-нибудь по-другому перекрасить, не суть вопроса, да? Так, ну что, так, волос есть. Значит, ну, вот эту штуку нужно подтянуть повыше тогда, потому что у нас волос выступает. Во.
Так, теперь вот эта вот полоска, она-то есть. Так, так, так. О, у отца еще штанишки отошли от тела. Тоже не надо так делать. Ну что, в принципе, неплохой такой вождь апачей, согласитесь. Тройной персонаж уже. Ну, вот такой персонаж. Завтра сделаю, значит, ему развертки, всю вот эту штуку. Подключу, значит, ему рик миксамовский. И потом, может быть, сделаю вот для этой штуки с перьями, значит, кости поставляем. Все, всем пока, до свидания. Вот такой результат.